Сейчас только я не соображу. А, вот так. Креветки по-индийски. Вадик, помнишь? С этого все началось? Да, да, с этого все началось. Ну, ты что, она не готова была, да? Да, конечно, я думала, начали просто брить один. Только не мася, но только не смейся. Сегодня покраснеть, а завтра у нас песня. Потом еще так соображал. Приватные танцы, приватные песни. Ой, мы немножко, конечно, текст поменяли, но ничего страшного. Никита, а вода там на столе не есть? Особо. Ну, она же газированная. Нет, там, на столе в кружечке. Но я не понял. Это текст чей? Она ни в чем не готова. Готова. Ходи, сейчас я пяток буду нести. Ходи. Очень, Никита, не надо ничего бросать. Не надо больше костра. Папа! Ну, помой что-нибудь еще. Ла-лай-ла-лай. Проклятый. Его сейчас забыть нельзя, теперь зовется он проклятым. Бегут мгновенья и года, но не смириться мне с утратой. Я плачу о друзьях всегда, и я живу. А сбоку, как бы за уши, зачесанное. Справа, слева, справа, справа. Близко город и дома, поля, леса, луга. Никита, поправил? А что хочешь босиком? Навеки. Видишь, что снимается. Никитка снимает нас. Снимай всех. Не только нас. Медленно надо. Всегда с оглядкой вся жизнь интрига. Я испугавшись кружечку, стану гор осторожней. Костюм снимаю. Креветки снимать. Креветки, видишь? Всегда с оглядкой вся жизнь интрига. Можно снимать только голову. Всегда с оглядкой вся жизнь интрига. Тебя ждут. Не повезет, если черный год идет, а пока пей. Нет, мы с
течет под пяткой. Внимание. Писали тогда? Да. Они раньше? Чуть-чуть раньше, да. Это мы все с ним хотим вместе исполнить. Хорошая на предмет суеверности, да. Это очень близко. Нет, надо подальше пройти. Там один нос у меня такой. Подальше, да, а то плохо будет. Надо, чтобы голова, чтобы прям руки, ноги ходили. Они делают квадратики вокруг ваших голов. Не надо квадратики вокруг голов. Она делает сами. Это риск на улице. А? Ой, как здорово, а. Вот баньки вот так вот. Я чуть не уехал, а. Тормознись, говорит, привет. Никит, слушай. Идет запись. Смотри, какая мама. Какая мама? Так пальцы убери от экрана. Так только. Потерпите, добрый доктор. Мама, Снегурочка. Не допустишь. А ты красную шапочку слышал, Вадим? Не помню. Наверное. Здесь? Потом стоп-кадры сделаем. Я надеюсь.